Всем доброго времени суток, дорогие зрители, с вами Миквойн, и сегодня мы комментируем турнир по системе АМ Лига, в которой играет команда Бишоу против команды Трек. Блэк Шоу. Что ж, SF, Vengeful Spirit, Dazzle Clockwork от команды Тапчик. Иллион, Вайпер, Джакира, Бристлбэк от Блэк Шоу. Банна справляет таких героев, как Тайдхантер, Джиггернаут, Дроу Рейнджер, Сларк, Снайпер, Тролль, Акс, Вич Доктор и Дум. И Блэк Шоу раздумывают над последним баном. Что же запретить? Ну уже стандартный набор саппортов это Венга и Дазл. Хотя Дазл-то что же в новинку? Давно его не видел. Ну, это понятно, под кого они взяли, под СФа, чтобы тот смог в любом случае заюзать Requiem of Souls, ну и разультиться в замесе. Да, и Vengeful Spirit, который может подсейвить этого СФа. И Clockwork, который будет искать саппортов, неаккуратных саппортов, загулявшихся, так сказать. И хватать их. Хватать, цеплять, ну и убивать. Последним баном команда Блэк Шоу отправляет Вайда, и теперь Тапчик думают над последним пиком. У них есть кэрри, это SF, у них есть Венга, саппорт, у них есть саппорт Дазл, хардлайнер Clockwork, и им не хватает мидера. Я сомневаюсь, что SF возьмут в мид, потому что, скорее всего, Вайпер, да нет, не скорее всего, а 100% Вайпер пойдет в мид. Но хотя они могут пойти в агрессивную триплу, это Леон, Вайпер, Джакира, да, и гнобить противника и команду Тапчик. А если это будет триплан триплун, то тем более. Вайпер, Джакира и Леон. Очень агрессивная связка. Ну и Вивер от команды Тапчик. Все-таки Вивера посадят в триплу, а СФ в мид. Ну и Блэк Шоу пока что раздумывают над последним пиком. Шторм Спирит. Да, Вайпер идет в триплу, и Шторм Спирит отправляется в мидлейн. Ну что ж, Шторма взяли... довольно хорошо. Против СФ это будет эффективно. Как-никак, СФ же. Да, ну и Шторм Спирит, когда получит 6 уровень, будет его гнобить. Такс. Секундочку. Фу-фу-фу. Так, всего лишь секундочку. Сейчас мне надо проверить, что у нас там со стримом. Ну и мы сразу же вернемся. Буквально 2 секунды. Так, что ж, мы продолжаем. Итак, Бишоу против Тапчика. Сейчас они встретят Вивера. Ребята в смоках. Посмотрим, что у нас и кто у нас. Блэк Шоу, Нугана, Джакира, Хэппи Энджел. На Шторм Спирите Косарев. На Вайпере, Икс на Леоне и Изи на Бристлбеке. Изи, Изи, Изи. Тапочек с Мага на Клокверке, Бишоп. На Дазле, Роковая, Канистра, на Шадоуфинде, Дискент на Вивере, Артём Красавец, на Вижу Спири сразу же подкопали, Вивера, Вивер, Вивер убежал, так, следующечку кинули на Бишопа, и драка, так, Вивер уходит, Леон подобрал баунти, ну и Косарев тоже. Что ж, законтролили все руны, все две руны и получили 200 голды и опыта. Довольно неплохое начало. А смогут ли Бишоу также сделать ФБМ так же легко? Да, потому что как бы было легко. Вивер особо не создал проблем. Ну да, да, просто взяли и забрали. Ну-ка, поставил вард, можно Артема забрать. Так, размениваются тычками. Ну тут Хэппи Энджел фармится против СФа на миду.
На боте Вайпер стоит против Клокверка. И на топе трипла против триплу. Сразу же Нугу подцепили. Эрдстрайк. И Нуга может умереть. Еще 2000 не хватает, чтобы убить. Убивают Джакира. И теперь должны разменяться хотя бы Вивера, чтобы хоть что-то с этого получить или не потерять. И да, разменялись Вивера. А Хекс еще могут добить Артема. Артем пытается уйти. Артем. Артем умирает. И Бишоп. Бишоп уже живет. Но там Изи его не догонит. А ТПшкается на топ Джакира, и сейчас становится 2-1. Да, разменялись хорошо. Даже пошли в плюс. Вот, файт рекап, и видим, никто ничего не потерял, но Бишоу получили больше голды и опыта. Ну, талисманы, 3 Иран Бренч у Хэппи Энджела, ну и роковая в Райт Бенд. Уже есть 5 душ, в принципе, фармит здесь стабильно, нормально. Ну и Хэппи Энджел особо так и не мешает ему. Ну ничего, когда будет 6 уровень, тогда СФ будет плохо. И тут Койл, больновато. Решил не кидать Койл. Так, смага у нас. Так, Саты, решишь или же не решишь подбирать иллюзии? Смага получает 3000 косарь, еще и четвертую ему дал. Больно, слушайте, очень больно. Акс, тут я не заметил, Блэкшоу заблучили спаун, но еще и поставили обсервер вард, чтобы видеть каждый раз, когда Артем выходит и сразу же кидает ему айспатх, ликвид файр. Ну и Артем должен уйти. Так, с Хэппи Энджел, ой, одна тычка отстается и уходит на лоу хп. Придется ему, да, покупать фляску, что он сейчас и сделал. Бишоп стоит в центре. И сразу же видят этот вард. Да. Посвященный фри-ту-плей. Так, с Артем и Изи сейчас могут забрать. В террорши кинули. Очень сейчас просто будет забрать Изи. Ой, это в спину. Надо сейчас ему в лицо давать, иначе вы такого не заберете. В спину, что нельзя ему бить. Это ж просто невозможно. Дотычка, ну и просто умирает пояс Унточа. Надо разменяться. Разменяться. Ребята, ну да. Маны нету, и размениваться никак не получается. 2-2. Подкопали. Вивера. Ну еще и такой сверху. О, это тебе за нашего престола. Вот так сверху ему. Но, правда, они сделали немножечко неправильную триплу. Надо было брать с собой Вайпера. Бристлбэк отправлять против Клокверка. Как бы, с одной стороны, Бристлбэк и Вайпер хорошо смотрелись бы. А лучше сделать связку Вайпер плюс Бристлбэк. Если вы не знаете, сама суть того, что и Бристлбэк замедляет, да, за счет своих соплей, и Вайпер за счет поясан атак. Ну и того никто не может уйти. Ну, Вивер, конечно же, уйдет, но Венга и Дазл уже отправляются в таверну. Без шансов. И взять того же Джакира или Леона. Да, ну и все. И ребята там бы разорвали всех. Но они решили отправить Вайпера в харду. Хотя на топе он также бы фармил. Ну, видите, решили так поступить. Возможно, это и к лучшему. Пока что ж у Бристлбэка только 3 уровень, и сразу же Хекс. Ох ты ж, как бежит-то эта жабка. Так, встречаю. Начать сосать ману у Вивера. Айспад, поймали. Вивера, у Вивера есть щекучи. Вивера уйдет. Так, с переходом на Артема. А у Изи нету соплей. Ему нечем просто, ну, нечем им цеплять. Им нужно, чтобы Бристлбэк вкачал свои сопли хотя бы на 5 уровне. Тогда они могут кого-то забирать. Уже, ну, больше шанс становится. Энджел умирает с Койлом. Да уж. Как-то я даже ошибся. Наоборот, СФ гнобит Шторм Спирита. Ну, у него неосторожная игра. Довольно неаккуратная. Ну, и он... Максит Оверлот. Мне кажется, лучше... Ну, вообще, да. Лучше Макс Электрик Вортекс. Причем в случае с Шторм Спиритом. Ну, так бы, оверлот ему не нужен на тройку. Ну, типа, да, 70 урона с оверлода. Ты юзаешь ремнант, у тебя еще плюс 70. Ну, зачем? То есть, тебе, если ты хочешь фармить хорошо, тебе для фарма подойдет и 30 урона. Это уже, как минимум, будет 70... 72 плюс 30 будет 102. Все, тебе этого урона хватит, чтобы зафармить любого крипа. Ну, не знаю, видимо...
такая стратегия. Фейсбут появляется у Вайпера. Ну, еще и Базила. Докупит. Кстати, у него уже хватает денег на Ринг оф Аквила. Такс. Такс, где? Не могу понять-то. Подцепили. Хорошо, роковую канистру. Оверлот. Замедляет. Сразу же стан по Хэппи Энджелу. И никого не могут поймать. В итоге Артема хватает. Но очень далеко сейчас был Джакира. Не попал станом. И теперь жертва становится Шторм Спирит. На хасте с мага сейчас просто забирает его, да. С Койлой. Причем забирает АСФ. Никто либо. Еще и Хук поймали. Нугу. Нугу тоже убили. Это минус 2. Сейчас становится 2-5. Да, неудачное начало от команды Black Show. Вроде бы подняли две баунти, законтролили руны, разменяли ФБ, все отлично идет, фарм хорошо, тоже идет 36 на 9 у Вайпер, Вайпер там впереди, Брисабек тоже, ну видите, неудачный ганг и уже графики пошатнулись вниз, мага уходит на ТП, ну да, видите, уже графики на стороне команды Тапочек. Роковая пока что фармит в лесу. И у него уже есть Power Threads. У него есть Right Band и 1000 голды на руках. Так, сразу же Айспатх. Но они дальше идти не будут. Нет, это уже там под тауром. Во-первых, у Бишопа появился Грейв. Грейв. Это очень хорошо, потому что он может спасти чуть ли не любого. ТП-шкается сразу же СФ, подфармил крипов, 36 душ. Нельзя давать СФу фарм, нельзя. Надо его гангать, пытаться, делать попытку номер 2, потому что сейчас СФ на фрифарме, ему ничего не мешает. Он еще и сделал 2 килла, и один ассист у него. То есть голды у него... его туч. Вот мы видим Нетворс 4000, он перефармливает Вайпера почти что в 1000 голды, и Бристлбека уже в 1000 голды. Еще и ДД у СФа, то есть СФ сейчас может пойти на топ и гангануть. Вот так вот в спину обойти команду Black Show, и что они сейчас и делают. Requiem of Souls есть у СФа, поэтому это будет очень хороший ганг. Есть стан, есть Wolf of Terror, есть Poison Touch, то есть это будет 100% минус 2. И тут некуда не деться, сейчас Изи заходит под тауэр, но это ловушка, забайтил очень хорошо Вивера, поэтому Requiem of Souls проходит по двоим, убили Леона, убили Бристлбека, и сейчас Нуга тоже умрет, разменяться не получилось, и роковая канистра делает трипл килл. Не ожидали. Не было вардов, не было кого-либо... Нет, был вижен. Ну да, ребята еще были под смоками. Ну, я говорю именно о вижене, к примеру, вот здесь вот. Они здесь могли уже увидеть, что к ним выходит СФ и подошли бы. Не шли бы так агрессивно. А Тапочек могут, кстати, использовать... преимущество команды Black Show против них. Да. Не используют просто все преимущество Black Show против себя. Косарев. Так, очень... Да, очень сильно замедляет Карасев скин. И теперь жертвой становится Смага. У Смага не хватает маны. Коги, хорошо. Отогнал. И надо пить. Отпиваться. Не получается. И Клокверк умирает. Ну, хоть у кого-то на линии все проходит хорошо. И обходит Хэппи Энджела. Хэппи Энджел уйдет отсюда. И сейчас ТП могут принять. Могут принять на развороте. Куда же ты улетел? Да, Шторм Спирит прилетает. Сразу же цепляет Артема. Артем, дать уйти. Отхил надо кидать. Грейв, ну что ж ты, Бишоп-то завис. И сейчас он тоже умрет. Надо, тут надо денается. Денается об нейтральных. Нет. Или же... Да, выходит сюда роковая канистра. Ну и Хэппи Энджел с Иксом уходят. Минус 2. И счет становится 4-8. Неудача. Да, такая вот неудача от команды Тапочек. И... Да, Тапочек думали, что жертва Хэппи Энджела. Нет, жертвы были они. Ведь на ТП уже... отправлялся у нас мистер Леон. Отхилили Вивера. У Вивера еще есть Ринг оф Аквила. Ну и Икс стоит на миду.
получает свой шестой уровень. Ну и фармит понемножечку с магом. Есть ботл, есть чейнмейл. Неужели Бладмейл фастом? Ну, похоже на то. Подбирает иллюзии и... Отлично. Кстати, у них прикольные флаги. Black Show. Черное шоу. Я думаю, не буду про это шутить. Ну, знаете, я люблю пошутить. Изи. Так, срывается Happy Angel. Поцепили Вивера. Сразу же Вайпер Страйк. Пытался уйти с таймлапса, не получилось. Бишоп, ну где ж твой Грейв? Почему не было Грейва? Минус 2 от команды Black Show. И... подходит SF, у него есть юл, как же я ненавижу такого SF, а и ультой сразу же под носом у Изи, Изи забирает с Койла, и теперь Косарев тоже в опасности, Койл забирает еще и Вайпера, нуга, 40 хп живет, пытается уйти, но Rocket Flare все-таки забирает и переходит к Happy Angel, у Happy Angel есть ульта, пытается улететь, хорошо юл себя понимает, SF выигрывает время, Койл забирает Happy Angel, почему не связал, и это минус 5 в 1. Трипл килл от роковая канистра и дабл килл от смага. Да, какая же неудача. Какой провал? Какой провал? Неудача, а провал это просто. Это просто провал. Да, я даже немножечко начал раздумывать о всем происходящем. Ну и... неудача, то есть, все их преимущество, все вот, чем они обладают, и, то есть, вот они выигрывают замес, все, приходит SF, приходит Венга, и все. Весь замес против них. Их там было двое-трое, и, получается, они просто уничтожили всех. И не получилось его убить. Ну и с той же стороны, да, Black Show допустили ошибки, из-за которых проиграли этот тимфайт. Изи поймали. Пришел сюда Happy Angel, разменялся в Дазла. Так, Сайспад к ним попадает. Happy Angel, где дальше? И сульта забирает. Клокер идут за Артемом. Артема притили в рыбешку. Рыбешка, Артем, беги, Артем. Стан по Happy Angel. Ну и переакрил тауэр у нас. Нуга, молодец. 1-3. Вот, наконец-таки, Black Show начинает вырываться вперед. Но тапочек потерпели неудачу маленькую. Маленькую неудачу. Вивер на миду забирает тауэр. Мы видим по графикам, что плюс уходит команда Black Show. Ну и счет становится 9-14. Посмотрим на графики. Почти 3000 голды и 2000 опыта. Преимущество команды тапочек. Ну, потеряли. Потеряли многовато из-за того, что... вот проигрывали пару тимфайтов. Так, 40-я врывается, сразу же юл. Можно ультануть прям по центру. И нуга сразу же отлетает. Изи пытается забрать 40-я. 40-я сразу же выманивает на своих ребят. Ну и передумывают. А почему? Там же хух через 5 секунд. Ну и решили не идти дальше. Там еще и Happy Angel был. В принципе-то тогда понятно. 9-15. 14-я минута игры, и уже счет 9-15. Да, довольно много убивают. Постоянно есть какие-то действия. Какие-то ганги, какие-то тимфайты. Изи выходит тут подфармить. У него уже есть Вангвард, у него есть Power Threats. У Икса есть Транквилу, у Вайпера. А вот Вайпера пытаются поймать. Но Вайпер сам сейчас может кого-нибудь там побить. И начинает бить Артема. Артем сразу же стан по Косареву. И живет. Давай. Один с хп. Ай, пусть он точно все-таки добивает. Там уже Rocket Flare зря полетел. Ну и того 1-1. Причем это саппорт, а это, считайте, кэрри. Команда Black Show. Но никто ничего не потерял. Вивер. Динайт тауэр на топе. Молодцом. У него есть тренинг в килл ПТ. Так, ну, да, кстати, я так и не озвучил, что у нас у Вайпера. А Вайпер пытается собрать себе арчит. У него уже есть один обливен став. Неплохо. Слушайте, неплохо фармит. У него есть фейзы ринг в аквилла. У Шторм Спирита еще нет даже обливен стафа. У Джакира носок. Клокверк с Бладмейлом уже, Дазл Арканы, SF Блинк. Ну и там будет дальше БКБ.
и все дела. Так, Свивер. Ой, не получилось хукануть сейчас. Но можно было убить Леона. Ну и тут уже Вайпер. Вайпер нет. Надо дождаться СФ, СФ приходит на бот, тогда можно уже убить любого. А в принципе лучше продефать мид, который собирается нести команда Black Show, и убить там двоих. Ну или даже троих. Хотя Happy Angel довольно шустрый, и поймать его будет очень сложно. Тогда можно... Ну видите, втроем Вайпера можно, можно загнобить. Давайте, ребята, свап, стан, и все, вы в террор. Вайпера забирают. Но на миду сейчас вышечку пушат. Понемножечку, понемножечку, еще и макропиру. Все в этих крипов. Так, с тем временем на топе забирают шторма. Да, вот так вот поднимают воздух, ультуют и убивают. Клокер тем временем забрал Тауэр вместе со своими товарищами Дазлом и Венгой. Ну и отправляется на мид, где можно сейчас изи убить, а Тауэр еще не упал. И сразу же Батри, Асаут, Коги, Айспатх. Изи пытается уйти, а Изи не уйдет отсюда. Койл и минус Бристлбэк. Минус 3. Так, а нет, еще Джакира. И рядом еще Леон. И забрали, забрали Джакира. Хук с мага, очень неудачный хук. Бегут за Иксом. А Икса, если они сейчас убьют Икса, это будет им вайп. Надо, надо. Есть блинк, есть блинк, есть блинк. Можно убить сразу же, тычечка. И тим вайп от команды Тапочек. Да, ребята никого не потеряли и сделали минус 5. Более чем 5000 голды и 5000 опыта. Ну, команда Тапочек. Да. После такого Black Show потеряли очень много. Очень много. Ну, а SF уже 11 тысяч нетворса. Сколквер подобрал ДД. Ну, СФ уже есть Михрилхаммер, скоро будет БКБ. Так, словили Хэппи Энджела. Сразу же отлетает. Так, супер страйкинг на смагу. Хэппи Энджел. Ой, еще живет. Хорошо, крутится, вертится. Убегай, сразу же СФ. Забрали Вайпер, забрали Леона. Так, там прилетает, улетает. Изи, поймали. Изи сейчас умрет. Хэппи. Нет, он не забрал СФ, а да ладно. Ой-ой-ой, какой же фейл, какой же провал, Изи, не получилось никого разменять, и минус 4. Опять же, без потери. А куда, куда, сейчас Нуга выходит, Нуга может умереть, да, его свапают, и тимвайп от команды Тапочек. А зачем, зачем сейчас вышел Нуга? Да, ну, то есть, вообще было зря, там надо было ему 100% отдавать Тауэр и отходить дефа Т3, ждать уже своих. Ну, а так Black Show на грани поражения. 10 тысяч голды и 10 тысяч опыта. Так, Earth Strike подкопали с мага. И Икс. Сразу же кидают в него Poison Touch. Ну и Хиксуля. Так, Супер Страйк кинули на Вивера. Вивер убегает. Такс. Расходится. Вот что самое хорошее в команде Тапочек, то что ребята, по сути, знают, когда можно идти, когда нельзя идти. Да, то есть они понимают, даже с преимуществом в 7000 опыта и голды, все равно наглеть нельзя. Еще надо немножечко поосторожничать. И они просто ловят команду Black Show на том, что те переоценивают себя. Да, они думают, ну, они не нападают, можно пойти, давайте соберемся пятером под пушем. И их Тапочек принимает. Да, это что-то похоже на пассивную доту. Такая дота очень интересная. По сути, как Black Show сами идут и умирают. Их просто уже убивает команда Тапочек. Тем временем роковая канистра забирает Тауэр на топе, и Джекира разрушил Тауэр на миду. Подкопали, роковая, есть БКБ-чка, но не успевает. Его моментально забирают. Вот, Икс тут на лоу хп отходит. Ну и сбили стрик. Да, СФ сейчас совершил очень большую ошибку.
Ой, сколько же он отдал-то, сколько же... Он очень много отдал сейчас денег и опыта. И выходят, Бристл Бэк подобрал иллюзию. А там варды были. Может быть хук от Клокверка. Не хватает ранжа, нет. Но вот сейчас может, может. Хотя бы за иллюзию уже может тогда юзнуть батарея Ассаулт и запереть его в когах. Просто с хука уже прийти. Давай, хук и все. Изи надо убивать. Но Изи вот, да, он... Вот зачем он сейчас пошел один? У него есть Бледмейл, хорошо, но... Этого не спасет сразу его в террор. Стан, Бледмейл, Смага, тоже Бледмейл. Типа, давай, Бледмейл на Бледмейла. Такс. Иглы пытаются Артема разменять. Ну, Изи тут умирает, это 100%. Но потеряли они очень много с этой смерти. СФ, у них было почти 12 тысяч золота и 14 тысяч опыта. Но видите, опустилось до 10 тысяч опыта и почти 8 тысяч золота. Да, вот одна ошибка и уже. Уже плохо. Уже графики пошатнулись вниз. Да, вот она новая обычная дота. Ну уже, кстати, не новая. Когда этот патч ввели. Осенью, вроде бы. Пайп появляется у Клокверка. Там отбился Вайпер. Кинул в него Вайпер Страйк. Не, не отбился, а просто кинул Вайпер Страйк, давайте так скажем. Но у Вивера скоро будет Линка. Против Леона. Да, Фингер. Электрик Вортекс, Вайпер Страйк, Хекс, Ирт Страйк, Фингер и сопли Бристлбека. Ну все, да. Вот единственная беда, сопли Бристлбека, они быстро сбьют Линку. А так, против Стана, Хекса, ну, в общем-то, хорошо, сейчас будет очень плохая встреча для команды Блэкшо, они сейчас его проиграют, минус Джакира, моментально отлетает Икс, идут за Хэппи Энджелом, Хэппи Энджел пытается улететь, он улетает, и у него получается, хорошо, улетел, но Вайпера приняли, убили тоже, и вообще, если там в замесе не участвовал, он такой, да ну вас нафиг, ребят, не хочу я больше с вами играть. Ну вот видим. Вот так вот. Нельзя им драться 5 на 5. Нельзя. Потому что если у них встреча 5 на 5, то тут уже решают их 10 тысяч голды, их 10 тысяч опыта, которые они набрали за всю игру. И все. Ну какая драка 5 на 5? У них масс ультов нету. Ну, макропира, она не такой уж... Ну, вот, вот, видите, урон просто никакой. Поймали сейчас Смагу, Хекс, подкопали. Летает Хэппи Энджел, ты как наглеет, Ю сразу поднимают. Коэл, такс, Хэппи, далековат, залетает и получает еще один удар от Когов, пытается улететь, еще и жучки. Хэппи отсюда не уйдет. Хэппи, надо телепорт прямо сейчас, если он умрет. Он... О, ну да, все, он умирает от Венги. Подняли. Хорошо, СФ. БКБ, да? Виверстан. Так, стан. Косарев сразу же влетает роковая. И забирают Леона, забирают Вайпера, бежит там Изи, бессмертный на Артема. Сейчас Изи познает мощь. Вот тут справа, слева, с Койла и все. 5 хп! 5 хп! Они еще живут! Инуга тоже умирает. Потеряли Венгу. Да, к сожалению. А так могло быть минус 5 в 0. Ну и... Минус сторона, байбек есть только у Леона, или он только выиграет 3 секунды. Это вот стан и... А о, байбек появляется у Бристлбека. Так, стрима, у кого еще близко байбеки? Байбеков больше ни у кого нету. Байбеков не будет. Поднимают Бристлбека. Ультует, ульт, как Бладмейл. Там больновато. Очень роковая. Роковая сразу же кидают ему Грейв. БКБшечка отходит. Забрали Бристлбека. Вивер. Таймлэпс. Бессмертный. Сейчас он умрет. Да, Хэппи Энджел кидает Арчит. Живет Вивер. Вивер! Нет, Вивер умирает. Айспад. Макропира. Все, обменного СФ. А СФ понял. Так давай
Ошибка, я отойду, забрать Джагера. Стой, Косарев, вы сразу подкопали Смагу, кинули ему арчит. Ну, Смаг здесь умирает. Минус 3. Голые бараки. И гол Сонг появляется у Исефа. Ну и, блин, Даггер у Леона. Кстати, вот у тапочка нету флага, нету лага. Ой-ой-ой, как же я мог-то пропустить. Да, еще и Сефа забирает Шторм Спирит, ну, ценой своей жизни. Знаете, как этот, камикадзе. Умирает, чтобы убить другого. Как бы, ценой своей жизни. Убивает ценой своей жизни. Ну, графики не особо так и упали. 15 тысяч опыта, 15 тысяч голды, как было, так и осталось. Может, там на 1000 присели, ну, не больше. Ну, так все, опять же, осталось. У Бристлбека тот же закуп, у Леона Блинк, у Вайпера Арчит и Яша, у Шторма Арчит Огр Клаб, и у Джекира Транквилистов, у Визарди, у Колкверка. Появляется Плэтмейл, он себе будет собирать Шиву. У Дазла Юл. Кстати, Дазл хорошо фармит, но он и убивает, да, у него 7 киллов. Хидрес, Буклер и Юл. У Исефа Иглсонг, у Вивера Линка и у Венги скоро будет Форстав. Да уж. Но я, конечно же, от Бэкшоу ожидал иной игры, не такой. То, что сейчас их игра ужасная. То есть, ребятам надо подсобраться. У них еще есть возможность отыграться. Это всего лишь первая игра. У них еще где-то две игры. Так, Свайпер Страйк. Арчит повесили. Смага. Ой, только хорошо-то его в фокусе держит. Убивает, летает Хэппи Энджел. Убивает еще и Бишопа. Что творится? Что это за камбэк? Минус 3. А почему тапочек полезли без Сефа, без того же Вивера? И Вивер сейчас тоже умрет, там Хэппи Энджел влетит, кинет ему арчит. Ну и понимает, все это Вивер, Вивер сразу же улетает домой. Кстати, да, отдали сейчас неплохо с этих трех ребят, и графики уже до 10 тысяч опыта и 10 тысяч золота упали. Ну, расслабились, расслабились. Тоже думаю, да все это аматорка, изи. Но нет, тут Киблэкшоу, мы не сдаемся. Мы играем до конца, до победного. Ну слушайте, если так будет продолжаться, то Блэкшоу и вправду сделают камбэк и могут выиграть эту игру. Если же тапочек соберутся в пятером и будет меньше таких ошибок допускать, тогда без проблем тапочек выиграют. По сути, вот Блэкшоу, у них все контрится одним БКБ. Вот тут Шторм Спирит, который связывает и арчит. Все это контрится БКБ. Ловят Косарева. Так, да, хук. Так, приходит Хэппи Энджел, связал СФ. А СФ сейчас БКБ прожмет и... Блинк, одна секунда, и да, Койл забирают Джакира, и Икс тоже подставляется, Икс сейчас тоже умрет. Минус 3. Трипл килл от роковая канистра. Так, сразу же собирается на мид, пайп. Ой-ой-ой, вы решили курьера-то слить, причем красиво, курьера со всякими эффектами и ультует прямо у Хэппи Энджела. Хэппи Энджела убивает. Ультракил, давай, рампейдж. Рампейдж! От роковая канистра. Вот это да, вот это игра. Ну и минус вторая сторона. Нет, точнее, первая сторона, еще чтоб не снесли. Ну, сейчас они пойдут и снесут топ от ГВП. Они могут Т4 пойти ломать. Да. Пишет Вивер. Ну... Все, он понимает, что сейчас Блэкшоу должен написать ГКВП. Забирают опять Джекира. Ну и Блэкшоу пишет ГКВП.
Опять же, у них есть еще шанс сыграться. Это только первая игра. Так что все у них еще впереди. Ну а для вас эту игру комментировал MicVoin. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.